Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear. И мы с вами едем достраивать нашу великую стройку. Я набрал лазу руку. И не только. Что это за зеленый дым непонятный? Что это значит, пока что я не понимаю. Может быть, это испарение какое-то начинается или что это такое? Северный газ, мы можем его собрать даже. Непонятно, прибавляется или нет. Вроде нет. Так, на чем мы остановились? Нам надо 13 канатов. Канаты я сделал. Это уже хорошо. Плюс, я думаю, что в этой серии, если мы достроим тот ходун, 13, у нас даже 16 канатов. Так, дротики, не знаю, нужны они нам, нет. Вот так вот пока сделаем. Так, 13 канатов. И что нам еще надо? Теперь нам надо волокна, 101. Волокно. Насчет волокон не помню. Я, по-моему, их вот сюда убирал. Нет, волокон нет. 100 есть. 101 даже есть, да? Да, в принципе. Так, что не хватает? Волокна 150. Ладно, давайте волокна наберем сейчас. Так, волокна. Тут опять с волокнами проблема, да? Также мне написали в чате, где взять такую фиговину, чтобы нам можно делать броню. Вот этот рюкзак я нашел рупу. В домах. И меч я сделал, который вам говорил. И сразу же дело пошло. То есть я, да, могу убивать уже этих боссов. С них валится как раз, который нас убивал. Всякая фигня. Интересная довольно-таки. Так. Что-то я не вижу больше волокон. Это нам надо идти на болото. Там биться с рупу. Если все пойдет по плану, то в этой серии мы туда и сходим. Так, вот волокна. Как раз посмотрим, как делать наруки. Наруки у меня еще не сделано ничего. На ноги я нашел, опять же, урупу в деревне. Ботинки себе. А ботинки как раз делают. Сейчас соберем, прибежим к нашему ходуну. И там посмотрим, из чего, я вам скажу. Надеюсь, вот эти тряпки, которые у меня все остались, они нам пригодятся для крыльев. Потому что тряпок я насобирал прям очень много. Так. Где мы тут строимся? Ну, почти правильно. Бежал где-то вот здесь. За поворотом получается, да? Также мы можем крюк-кошку улучшить уже, но пока что я этим не занимался. Кто там фырчит? О, господи. Подожди. Да ты чё? Белая смерть, блин. Да я дай тебя ударю. Как он меня так зажал, что я не могу ничего сделать?
Так, нам осталось всего ничего до нашего мега-большого ходуна. Многие ребята ищут пати. Так что у кого есть игра, я думаю, зайдете, не вопрос. Чтобы в одного не играть, найдете кого-нибудь. Так, перевязываемся. Где эта белая смерть? Непонятно. Так, нам надо опять лезть наверх, видимо. Так, это мы сделали. Дерева не хватает. Топорик у нас с собой был. Заодно выезжать будет проще, если не будет деревьев. Водичка у нас вроде бы была, да? Но нет, с собой нет водички. Эликсир этот выпал, забыл, как называется, который помогает нам строить корабли наших ходунов. Тоже выпал там же, с босса, по-моему, с Рупу. Ну, блин, вот бесит это наверх, что надо лезть. Так, это еще и по очереди строить. Ох, ё-моё, дерево надо еще дофига тогда. Но уже не так много, как было раньше. В этой серии, не знаю, успеем опять же, нет. Но планы были грандиозные. Я хотел еще улучшить нашего ходуна, который у нас сейчас, лодка, который, надо его как-то назвать. Не знаю, напишите под видео, как назвать ходуна. Так, это готово. Надеюсь. Бочка готова. Готова. Что нам остается? Готово. Отлично. Деревянная опора, дерево. Деревянных опор у нас хоть жопой ешь, в принципе. Дерево не вопрос. Меня сейчас волнует больше всего крылья. Из чего делаются крылья? Вот это мне интересно. А в остальном, в принципе, уже не особо. И уже совсем скоро мы увидим приблизительно хотя бы, как будет выглядеть наш ходун. И наконец-то появится свободное место, потому что свободным местом вообще проблема. Вот сейчас даже, смотрите, вот у меня тут лежит все подряд. Даже если объединять, все равно смысла в этом нет. И палок, кстати, вот я у Рупу набрал довольно-таки много. Не палок, а вот эти ветки, забыл, как они называются, опоры. Прям как знал, что они пригодятся. Ну, кстати, когда-то рубит по 5, когда-то по 3, непонятно. Ну вот сегодня вечером, пока я
играл, в принципе, никто не нарывался. Может, сервак такой попался. Либо китайцы еще не пришли. И иероглифов в чате я не видел. Как бы не сглазить. Фу-фу-фу, да? Давай, бинтуйся, а не то у нас что-то с энергией хреново все. То сейчас белая смерть придет. Так, сотенку нарубили, да? И у нас воды уже нет. Сейчас пойдем строить из водой. Пойдемте. Нам подниматься все равно на него, да, туда. Да, воды у нас с собой нет. Тут, слава богу, вода есть. Так, продолжаем нашу стройку. А, палки. Ну да, с этой стороны ты не залазишь, я помню. Опоры. 83 у нас. Одна нога готова. Дерева не хватает. Но дерева, да. Надо достаточно много на него. Сейчас одно успокаивает, если мы возьмем и у нас, ну, сломается, допустим, топор. На это, на все, там столько хлама у меня в инвентаре, что без проблем сделать любую фигню. Так, перегруз начался опять. Еще пару деревьев вырубим. А на следующие ногу уже запомним, сколько надо. Я не думаю, что прям так уж много. Думаю, не больше 80, наверное. И сейчас наш ходун уже встанет на ноги. Ага, 70 на одну ногу над дерево. Почти угадал. Сколько у нас там дерева? 70. Пойдемте поставим нашего ходуна на ноги. Отлично. Вот такая вот дурмашина. Как на нее залазить? Вообще понятия не приложу. Только с крюка. Надо строить, видимо, подъем. Так, на крылья. Дерево и ткань. Дерево и ткань. Ткани у меня 80. Поэтому ткани на крылья нам тоже хватит. А вот топор скоро не выйдет. Давай. Мне интересно, если бы вот здесь было, например, как в некоторых играх, чем занимаешься, то и прокачиваешься. Я бы здесь уже профессиональным лесорубом был, блин. Сколько деревьев, пока это все строится, было перерублено. Так, топор сломался, понятно. Камень нужен. Ну, давайте камней пособираем. Раз. Два.
Камень, камень, камень. Может, графику с ультра переставить, и будет видно камни. Кстати, это идея, но будет некрасиво тогда вам. Вот в чем обида. Так-то и мы играем, я могу показать. Полностью все ультра, 4К. А, блин, меня там кто-то подбежал со спины. Ну давай, вставай, блин. Пожалуйста. Это опять смерть, да? Да, белая смерть. Печально. Пособирали камушки, блин. Вон кто-то рядом тоже занимается, видимо, строительством или чем тоже. Так, топор. Сколько у нас дерева? 82. А я не помню, сколько надо. Ну давайте посмотрим, чтобы сразу на 2 нарубить. 47 надо, у меня есть 35. Всего ничего. Надо будет сходить порубить камыш. Я, кстати, обещал, что скажу, из чего делается. Так, волокно. Рогоз. Вот, нам нужен рогоз. Давай, перевязывайся. Броню я тоже нашу улучшил. Пока были очки, то есть, ну, пока бегал там, нашел эти вот камни. Пока искал на меч. На меч, кстати, тоже надо вот эти лианы с деревень рупу. Здесь в конечном счете все сводится к рупу. Я понял. Ну и вот, давайте, последнее дерево, которое здесь рядом. Дорубили, отлично. Надеюсь, теперь у нас здесь трюм будет в более вместительный. Блин, вот что за косяк-то, а? Вот так сразу не можешь залезть? Так, отлично. Что у нас не готово? Груз. Понятно. Снаряжение понятно. А чтобы им управлять, нам надо сделать, видимо, вот эту вот штуку. Сейчас вам покажу. Детали ходуна. Инструменты для ходуна, волокна надо, вот лестница, контейнер, не знаю, надо или нет, а вот штурвал точно нужен. Чем-то мне напоминает сейчас Атлас. Так, дальше смотрим. Волокна. Волокна у нас остались здесь или нет? Давайте посмотрим.
Нет, здесь не осталось. Но пока что отсюда рано что-то забирать. Тут в основном чертежи лежат, да? И всякая мелочь. Так, давайте попьем, пока здесь. Ага, у нас нет воды, что ли? А, вода у нас же здесь, в ходуне. Так, перевязку сразу. И пойдемте еще поработаем серпом. Ну да, он значительно больше, чем наш в данный момент. И это не самый большой ходун. Я представляю тогда самый большой, как выглядит. И, наверное, это вообще просто капец, какая машина здоровая. Так, сейчас подлечимся, и я думаю, мы сбегаем на болото, заодно, может, камыша наберем. Болото у нас где-то там, я видел вот эти вот деревеньки, ну, где дома, где Рупу живет. Так, нам надо что? Нам надо сразу сделать бинты. И заодно там мы что наберем. По 5 волокон, это все же не по одному, да? Так, побежали дальше. В оазисе вот в этом, я как посмотрю, довольно-таки много народу. Но, видимо, многие выходят из игры без безопасного режима, и ихние ходуны остаются, не знаю, не боятся, но я думаю, что их могут разобрать. Либо ограбить, но это в дальнейшем. Пока что я не знаю, чем ходуны ломать можно. Не разбирался. Ну, всему свое время. Сейчас мы наш мега-ходун построим. Этот ходун я хочу улучшить по максимуму и на нем уже нормально фармить. Возможно, даже пвпшиться с кем-то. Там как пойдет, посмотрим. Но в данный момент я бы хотел отомстить китайцам за всю ту боль, которую они принесли в начале игры. Так, серп у нас сломался, да? Камень. 10 штук камней у нас с собой нет. Камни там, понятно. Пойдемте на болото. Ну, кстати, камней-то довольно-таки много. Можно даже так насобирать. На серп. Плохо, что надо останавливаться возле каждого камня, чтобы его взять. А не просто на Е нажал и все. И берется. Вот это, конечно, печалька. Так, болото, болото, болото были там. Ну вот, где Рупа, обычно там и болото. Опять же, не знаю, кто здесь. А вот и камыш. Ох ты, господи, какой ты быстрый-то, а? Как ты успел? Палочки заберем от тебя. И вот эти штуковины тоже. Ну, кожа, я не знаю. Ну, давай заберем, может пригодится.
Так, перевязываемся. Эту воду также можно собирать, но я еще не изучал станок, который для воды. Из рогоза, по-моему, можно делать эти самые. Вы не бежите, не бежите. Из рогоза можно делать тоже веревки. Ну, канаты. Это, кстати, тоже хорошо. Это под водичку сразу соберем себе. Ну, неплохо набрали, я думаю. Так, давайте посмотрим по поводу одежды. Вот, на руки, да. Отлично. Можно и шапку новую сделать себе, да, так-то? Давайте сделаем шапку. Эту шапку выкинем. Выкинем, говорю, шапку оденем и выкинем. А эту выкинем. Так, ботинки. Что там надо до ботинки? Скрыть. Ну, скрыть. Нету у нас скрыти с собой второй. Ладно, пока так. Каната надо два. По поводу канатов посмотрим. Больше я что-то здесь на болоте ничего не вижу. Давайте воды, может, возьмем на всякий случай. Возможно, попробуем как-то ее применить, переделать. 50 воды, если она переделывается, сколько на сколько, вопрос. Вон опять белая смерть гуляет там, блин. Достал он меня. Если честно. Ну давай, беги уже, я ж тебя жду. Да ладно. Сдохни уже, падла. Так, ну, игра еще не совсем стабильна. Вот сейчас, например, сервер вылетел. Не знаю почему, но ждать, слава богу, было недолго. Так, где мой ходун? Вот уже рядышком. А не то я сейчас думал, опять буду материться очень долго и громко. Если ждать, там, не знаю, опять по часа два, то нафиг мне это надо. Так, посмотрим, что мы можем сделать сейчас. Отлично. Так, я не это хотел. Хотел я вот это. И... И как оно устанавливается? Вопрос. Лестница для ходуна. И... Ну ладно, давайте сзади попробуем. Вот так ставится. Тут не ставится.
Сзади тоже ставится. Но сзади плохая идея, думаю, залазить. Сбоку будут ноги мешать, да? Давайте попробуем вот так. И как она работает? Нам ее надо спустить или как? Лестница для ходуна. И может быть отсюда с управления это все делается. Использовать. Ага, он ходит, это понятно. Это тоже понятно. А как работает лестница? Непонятно. Я ее могу сломать, понятно. А починить? Стоп, где у нас? А, у нас все там же, да? Понятно. Груз камней надо и все, да? Тут скрыть надо на воду. Короче, давайте камни наберем и возьмем молоток. Как работает лестница, пока для меня это недостижимо. Так, молоток. Да запрыгивай уже. Вот у нас есть молоток. А кирку не взял. Ну, конечно, зачем? Так всегда. Так, кирка. Кирка, я говорю. Не понял, почему она не взялась? Что, блин, с этой игрой не так? Кирку берем. Ставим. Это убираем. Так, мы же еще принесли три, да? Сюда. Так, поехали киркой тогда. Сейчас сразу же все сделаем. По-красивому. И будем разбираться с лестницей потом уже. Ну сколько мы времени это все строим, это, конечно, жуть. Нифига ты завис, красавец. Так, поехали. Груз. Сюда дерево и скрыть. Сюда просто дерево. Но мне же, блин, интересно, как работает лестница. Она же как-то должна опускаться.
Давайте, я вот снизу стою под ней. Непонятно. Давайте напишем в чат, а как работает лестница? А как работает лестница на ходуне? Вот сейчас, может, кто-нибудь подскажет? Добрый человек какой-нибудь. На песке, говорят. Что на песке? А, на песке строить, это не то. Так, что мы здесь делали? Мы сделали грузовой отсек, да? Давайте сюда-то перекладываем. Так, бинты оставим. Так, это нам не надо. Это тоже. Палки нам не нужны. Кожа подавно. Камни тоже. Так, это тоже. Ну, хотя это не так важно. Вот скрыть важнее будет, наверное. Что, мне кто-нибудь ответит? Как работает лестница на ходуне? Как ее опустить? Подскажет кто-нибудь? Нет, ребят. Так, водички возьмем. И молоток возьмем. Где наш молоток один испорченный? Попробуем сейчас починить лестницу, которую мы почти сломали. Так, молоток. Ну да, лестница чинится. Ага, пальни в нее крюком кошки, говорят. А, и все, вот так она работает. Понятно, то есть в нее стреляешь, и все, и ты наверху. Удобно, надо с двух сторон тогда делать. Так, ладно, смотрим, что нам дальше надо доделать, чтобы на сегодня уже закончить. Дерево, волокна скрыть. Ладно, тогда нам надо вот так действовать. Дерево, волокна скрыть. Это нам не хватит. Дерево, камень, шкура. Так, камень у нас есть. Есть камень. Вода. Дерево скрыть. Дерево. А потом что? Дерево, камень, шкуру, рупу. Шкуру, рупу у нас там, да? Ладно, дерево, камень. Погнали. Топор. Сейчас нам надо дерево. Кстати, мы рядом вырубаем деревья, но они не на тех же местах спавнятся, если вы не заметили. Вон, ребята новенькие подошли, где взять порошок видений. Понятно все с ребятами. Так, это готово. Давайте тогда что еще? Сразу подобываем, наверное, камень пока здесь.
Сейчас приеду к тебе. Вот как это знакомо по атласу, так вообще. Так, потащили теперь все сюда. Сейчас улучшим. Перетащим наши постройки с того ходуна. Так, что нам тут надо улучшать? Емкость для снаряжения. Так, шкура рупу дерева. Шкуру рупу у нас здесь есть. Да, тут лучше так не делать. Шкуру-рупу. А шкуру-рупу я тут не вижу. Блин, у нас все влезет сюда, нет? Может не влезть. Так, ну давай вот так. Вот так. Вот так. Тут мы все забрали. Теперь понесли все сюда. Ага. Так, а как здесь база работает? Куда направлять? Погрузить базу. А, мы ее не забрали? Странно. Так, что мы можем сюда выложить? Сразу же выложим. Вот это нам не надо. Тяжелые камни, тяжелые тоже не надо. Ну и вот это все тоже надо. Но надо улучшать явно до следующего уровня. Потому что это вот довольно-таки важная штука. Улучшение, я имею в виду. Именно. Так, это сюда пока что. Это сюда. Это сюда. Ну, в принципе, мы сделали довольно-таки много за сегодняшнюю серию. Хоть и были вылиты и не только, но зато у нас уже есть два ходуна. А это довольно-таки здорово, я считаю. Ну что ж, дорогие друзья, в следующей серии мы продолжим заниматься нашим ходуном, скорее всего. Возможно, даже просто... Я его один доделаю вне серии, а мы с вами продолжим уже заниматься мародерством и не только, собиранием ресурсов и путешествовать наконец-то. Наконец-то это возможно случится. Так что ждем следующих серий. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, дальше будет интересно. Будем участвовать и получать удовольствие, ну, участвовать во всяких приключениях и получать удовольствие от игры, естественно. А также попробуем разобраться со всеми аспектами игры, чтобы уже, может быть, если я как-нибудь попозже надумаю снимать эту игру, чтобы уже знать, что из чего делается и как это выглядит. До новых встреч, не болейте, всем пока!